Дорогие друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Paradise. Меня зовут Никита. Сегодня у меня будет такое обширное видео. Хотел я вас познакомить с проектами нашего застройщика. У нас уже 8 проектов в городе Алания. Логично будет начать уже с готового проекта. За моей спиной находится Exodus. Это он находится в Махмутларе. Он сейчас уже на предсдаче. Когда только я сюда приехал, месяц назад, три месяца назад, здесь вообще все выглядело совершенно иначе, совершенно другой был этап, ну, на сегодня уже есть что вам показать. Хочу познакомить вас с качеством строительства, вообще, в принципе, как наш застройщик строит, и потом мы перейдем уже на проекты, которые сейчас на начальном самом этапе, на этапе котлована. Много всяких проектов, думаю, пока карантин, покажу вам из дома на ноутбуке, познакомлю вас с планировками, с прайс-листами, покажу, как будет выглядеть дом, когда уже строительство завершится. А сейчас предлагаю перейти к обзору этого дома. Здесь еще осталось у нас 10 квартир, цена начинается от 42 тысяч евро, поэтому, в принципе, он нам тоже интересен. Всем желаю приятного просмотра, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, кто еще не подписан, и поехали! Итак, мы сейчас находимся у главного входа. Жилой комплекс называется Exodus. Блок А и блок Б. Сейчас мы пойдем в блок Б. Вот эта дорога, которая сейчас находится в таком невзрачном виде, она обязательно будет заасфальтирована. Здесь город не примет у застройщика жилой комплекс, пока он не сделает прилегающую к нему дорогу, не заасфальтирует. Поэтому скоро здесь будет хорошая, качественная дорога. И мы заходим. Дом, повторюсь, еще на предсдаче, не все еще закончено. Мы сейчас сразу заходим на первый этаж, на первый жилой этаж. Под нами находится вся инфраструктура этого комплекса. Сразу можем отсюда увидеть большой... Так, сможем ли мы выйти? Сможем. Здесь сразу можем увидеть летний бассейн большой. Здесь еще не все готово, вот этот, конечно, строительный мусор, все полностью будет убираться. Там, видите, вот эту лестницу, все будет красиво. Сейчас, кстати, макеты появятся у вас на экране, как это будет выглядеть, когда полностью дом завершится, строительство. Уже с первого этажа мы можем видеть море, там крепость. И помимо моря здесь еще есть классный вид на горы. Я предлагаю спуститься на минус первый, да, этаж, где находится вся инфраструктура, и покажу вам, что находится там. Здесь, кстати, очень удобно, что инфраструктура находится на нижнем этаже, да, здесь есть лифт. То есть, например, у нас зимой, да, мы бегаем в сауну к себе, в зимний бассейн, через улицу, получается, пробегаем, все равно зимой прохладно, ну, могут дети заболеть, а здесь ты просто полотенце на плечо повесил, одел плавательные шорты, спустился на лифте, и вот тебе бассейн. Здесь получается ресторан, небольшая зона отдыха, да, будет. Здесь тренажерка. Так, везде все закрыто, ну, в принципе, чтобы не открывать каждую дверь, потом, чтобы кому-то все не закрывать, так вам покажу, в принципе, все понятно. Тренажерка довольно-таки большая. Там, получается, у нас технические всякие помещения. Так. Справа зона спа. Видите, здесь зимний бассейн с подогреваемой водой. Exodus и выход на прилегающую территорию. Скоро здесь вообще будет, друзья, красотища.
Прям я приятно удивлен, честно говоря, я тоже не обладаю таким не чувством, как правильно сказать. Ну, в общем, я приезжаю на стройку, смотрю на это все, все такое черное, некрасивое, думаю, блин, хочется, знаете, сразу потрогать, сразу красоту все ощутить. Но здесь вот уже, когда все обретает законченный вид, конечно, уже прям классно. Я просто видел, когда здесь просто была земля, вот здесь просто была земля, куча строительного мусора, здесь была яма. Сейчас, конечно, вид другой. Другой! Видите, здесь уже подготовлены. Это, наверное, маленькая горка для детей. Отделка. Так, и здесь зона спа. Здесь зона спа будет. Здесь мы уже видим, я не знаю, будет ли видно вам. Так, сейчас включу фонарик на телефоне. Чик. Вот он, смотрите, хамам. Проходим дальше. И здесь у нас сауна. А, здесь римская баня. Здесь сауна. Надеюсь, видно. И здесь, скорее всего, душ и комната для переодевания. Вот такая вот красота. Для чего я вам все это показываю? Чтобы вы просто понимали, как все это дело будет выглядеть в следующих проектах. Сейчас, потому что, знаете, больше для того, чтобы, когда вы видите макет, у нас просто было так, в Сочи ты видишь макет, он классный, красивый. Потом, по факту, получается совершенно другой результат. Здесь, видите, все как на макете, все так и в жизни потом притворяется в жизнь. Мы сейчас поднимемся на верхний этаж и посмотрим две квартиры по 42 тысячи евро. Мы поднялись на 6-й этаж. Покажу вам сразу виды, пока поднимался по лестнице. Не смог не заценить вид. Смотрите, такой вот классный вид на море и на горы. Видите, уже кто-то купил мебель себе в квартиру. А вот таких квартир с такими видами, к сожалению, уже нет. Есть одна, стоит на резерве в соседнем блоке за 45 тысяч евро. Ну, нужно разговаривать, может быть, можно будет ее купить. Кстати, что касается покупки. Сейчас в условиях карантина можно совершить дистанционную покупку. Застройщик предоставляет следующие условия. Высылаете бронь. Бронь получается 1000 евро. Она действует до 1 мая, соответственно, когда карантин закончится, вы прилетаете сюда, и если вам даже не нравится эта квартира, которую вы выберете, например, в этом комплексе, предварительно я, конечно, сниму вам квартиру, сниму все минусы, сниму все плюсы, сниму все подъездные пути, если вы меня, конечно, об этом попросите. Вот, если вам она не нравится, вы можете без проблем выбрать одну, ну, любую другую квартиру в одном из наших 8 проектов. То есть вообще не проблема. Плюс застройщик даже в этом доме дает вам рассрочку, несмотря на то, что он уже готов, дает рассрочку на полгода. Можно, то есть, взять такую хорошую рассрочку на полгода, беспроцентную. Почему так? Потому что у нас застройщик строит на свои деньги и имеет возможность дать такую рассрочку. Такая небольшая информация. Сейчас номер мой появится у вас на экранах. Пишите в WhatsApp, задавайте вопросы, либо в комментариях. Если про что-то забуду рассказать, обязательно спрашивайте, я расскажу. Вот такие вот квартиры. Так, ну давайте все-таки посмотрим, что осталось в продаже. Остались в продаже вот эти две квартиры по 42 тысячи. Они без вида на море. Давайте посмотрим. 1+1 квартирки. Слева у нас сразу санузел. Здесь еще будет установлено душевая кабина, насколько я понимаю. Кухонный гарнитур. Не смотрите на вот этот весь мусор. Квартира, когда будет сдаваться, будет здесь сделан клининг, и она будет блестеть и сиять.
Вот такой здесь вид на Азура парк. На вот такие симпатичные коттеджи. А, ну хотя почему? Вот он, вид на море, пожалуйста. С другой стороны тоже есть. С этой стороны горы. Итак, первая комната у вас кухня-гостиная. Санузел. И здесь спальня. Вообще у нашего застройщика, я смотрел по базе, получается вообще самые недорогие предложения. Но, не кривя душой, здесь небольшие тоже площади. Сейчас я вам скажу. Площади 1 плюс 1 квартир 46-50 квадратных метров. Площади 2 плюс 1 100-110 квадратных метров. Здесь есть 2 плюс 1 квартира. Самая недорогая 89 тысяч евро. Также в этом блоке. Плюс еще, кстати, бонус. Скорее всего, если у нас кризис продлится, ну и уже даже сейчас, скажу вам по секрету, можно попросить у застройщика вместо скидки, например, можно попросить мебель и технику. И я думаю, застройщик на это пойдет. Но я вам об этом не говорил. Скорее всего, это будет, если у вас будет расчет сразу, ну и будут выполнены некоторые условия. Но это все обсуждаемо. Но эта квартира тоже идентичная. Все то же самое. В принципе, вид вполне себе неплохой. Так, и поднимемся давайте наверх, посмотрим дуплекс. У нас всегда строит застройщик так, что на... Как же сказать вам? Ну вот, например, здесь 6 этажей, 1 плюс 1 квартира, и только на верхнем этаже идут дуплексы. Всегда верхний этаж – это дуплексы, квартиры, то есть двухэтажные. Так, сейчас найдем, что за квартира у нас. Так, 89, вот она. Вот она квартира. Заходим, попадаем сразу в кухню-гостиную. Классный вид. Кстати, да, что-то зря думал, что тут вообще вида нет. Хороший такой вид. Мы, кстати, находимся, я думаю, вы уже заметили, не так близко к морю. Конечно же, для этого будет трансфер. Трансфер будет организован 3 раза в день. Но здесь всегда в Турции решают жильцы. То есть, если вам будет 3 раза в день мало, много наоборот, то можете договориться, что может быть 2 раза в день или 1 раз в день будет, как в нашем комплексе. Например, я сейчас живу в Кристалново, у нас тоже далековато до моря. И там работает трансфер, то есть все это входит в Айдат. С утра вас в 10 часов утра забирает трансфер вас, либо вашу семью, увозят на собственный пляж. У нас у застройщика тоже есть собственный пляж. Для вас там шезлонги бесплатно, посещение бесплатно. И 5 часов вечера привозят вас обратно. Вот такой вот сервис они придумали. Кухня-гостиная с этого угла. Да, вот сейчас смотришь, когда нет мебели, техники, как бы такой вид. Но когда сюда поставить мебель, купить технику, здесь, когда уже все будет чистенько, конечно, квартира совершенно другой вид будет иметь. Вот здесь сразу на входе у вас такая вот небольшая кладовка, шкаф для одежды, шкаф для обуви и санузел. Санузел не один в этой квартире. Мы поднимаемся на 2-й этаж. На 2-м этаже у нас 2 спальни и свой отдельный санузел. Вот здесь уже санузел побольше. Это уже хозяйский санузел. И 2 спальни. Спальня номер 1. Здесь, скорее всего, место под шкаф, да, напрашивается. Кровать, 2 тумбы, выход на балкон. Здесь еще чуть-чуть повыше, еще чуть-чуть лучше вид. И 2-я комната, 2-я спальня.
Площадь этого дуплекса 100 квадратных метров. Площадь тех двух квартир 46 квадратных метров. Вот такой вот проект. По этому жилому комплексу все, я думаю. Я думаю, мне удалось показать вам, как выглядит почти уже завершенный проект от нашего застройщика. И сейчас я поеду домой и с ноутбука вам покажу все остальное, все остальные 8 проектов. Я думаю, познакомимся с самыми интересными ценами. Будет там за 59 тысяч евро дуплекс в районе Оба. Оба, как известно, это у нас самый на сегодня востребованный район. В этом районе, кстати, живу я. Но Махмутлар тоже ничего. Махмутлар тоже классный. Махмутлар — это русский такой район. Здесь максимальная концентрация русских людей. То есть здесь у вас не будет вам скучно. Здесь вы найдете по-любому с кем пообщаться. Скорее всего, в этом доме куча уже русских людей. Также в микрорайоне есть полностью вся социальная инфраструктура для проживания. Ну, в общем, все есть. Район вполне вообще самодостаточный. Жить здесь будет комфортно. А мы отправляемся домой.